Будущая акула-пера начинает свое плавание. Сегодня в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось торжественное вручение студенческих билетов студентам-телевизионщикам. Студенческий билет – это не просто документ, уверяет директор Высшей школы журналистики Леонид Толчинский. Это особый знак. Этих дел всех, да, студенческие билеты – это уже знак того, что ты прописан окончательно в Казанском федеральном университете, что ты уже прописан в том, что называется путь, большое образование, большое знание в профессию. В этом году такой знак получили 58 студентов. Кроме студенческих билетов, кафедра вручила будущим журналистам два символических подарка – сухарь и лавровый лист. Сухарь символизирует собой гранит науки, а лист лавра – лавровый венок, высшую награду для поэта. Новые студенты – новый подход. В этом году упор сделан на развитие эрудиции у первокурсников-журналистов. Поэтому на первом курсе они познакомятся с философией и литературой. Впереди их ожидают 4 года обучения. А пока новоиспеченные студенты знакомятся с новыми товарищами и радуются поступлению в Казанский федеральный университет. Впечатления приятные. Сначала у меня тоже был страх, и не совсем я был уверен в том, что хочу заниматься тут. Сейчас интереснее. И все-таки я надеюсь, что смогу развиваться больше именно как ведущий, потому что меня это больше интересует. На самом деле было сначала волнительно, я переживала, думала вообще мое, не мое, но сейчас уже на первом знакомстве я поняла, что мне действительно это нравится, мне это безумно интересно, очень необычные преподаватели, достаточно веселые ребята, мне кажется, будет здорово учиться. Денис Панкратов, Андрей Багаудинов, Универньюз.